Ребят, вы сейчас не поверите, блин, я уже второй раз на канале такое происходит. У меня вылезла тупо вот эта вот запись, и я нажал просто на выключение. Я хотел убрать ее куда-то и выключил ее, прям извиняюсь. Я перепишу сейчас, ну, я вот уже переписываю, как бы. Просто говорю то, что я даун. Я, конечно, могу запись выложить, ту, которая осталась. Но не буду. Ладно, начнем с того, что я и говорил в том ролике. Пробитие. Зоны пробития. То есть это будет ходить мехвод перезаряжающий. Этот... Заряжающий, точнее, не перезаряжающий. Там просто БК, пожар как устроить и так далее. Ну что ж, не буду болтать. Я в ролике говорил то, что мы скачиваем For Blitz для модов. И мы заходим в Play Market, что там? Просто заходим, пишем For Blitz и вот уже скачиваем. Сразу говорю, For Blitz начал работать плохо. Почему плохо? Потому что грузит долго все. For Blitz, рандом 10. Есть один нюанс с этими пробитиями. То, что он только на 10 уровнях. Кто играет в танки, знает то, что сейчас идет ивент на ракетного Шеридана, и вы можете его забрать и играть на десятках. Можете отключить этот, как он... Забыл, называется, камуфляж, вот. И просто этот. Сделать, чтобы обеспечить себе на эту очень хорошую видимость всего там. Ну, я лично такого не буду делать, потому что мне так нормально. Нажимаем установить. Нажимаем вот на World of Tanks Blitz или Танки Blitz. У многих танки, блиц, ну кому, у кого какая версия, то есть для обоих найдется моды всегда. Мы нажимаем скачать, ну установить, скачиваем и заходим в танки блиц. Сейчас я вам покажу, как это работает. Я думаю, и сами поймете. Ну я все равно покажу. Я на ПК прокачиваю Йоха, и там БК вообще сложно взорвать ему будет. Вот. То есть, блин. Вот. Идет. Ивент. То есть, тут вы можете получать киткоины, серебро, камуфляжи, бустеры, 3 икс опыта. Ну и в самом конце, конечно же, Шеридана или контейнер мощный. Не берите контейнер, просто посмотрите, что там. Тут даже танков нет. Ну что это такое? Ну кому это надо нафиг? Лучше Шеридана купим. Так что, что мы делаем? Мы заходим в дерево исследований. Type 71. Который я прокачу. И вот. Боекомплекты. Мехвод. Просто. Заряжающий там. Вот это все есть. И на Птуре это тоже должно быть. Потому что... Не должно, в принципе, быть. Чё это? А, блин. А, слушай, на Шеридане нету. Вот это нифига себе. А ну-ка, стойте, да я... Это тогда... А ну-ка, графика. Камуфляж отключен, допустим, мы делаем. А, но это все равно не сработает. Это его образ. А, нифига себе. На Шеридане нету. Это как он? Пробитий. Вот.
что возвращаем все на свои места. Сейчас я вот тут все сделаю, управление тут. Ну, среднее поставим. Все, в принципе, настроил себе. Ну, в принципе, основную часть вы поняли. Так что буду, наверное, завершать на этом ролик. Всем пока. Удачи!